И всем привет, с вами Низирамос, и мы продолжаем проходить Кабал Онлайн. На сей раз мы продолжим наконец-то сюжетное прохождение. Мы в прошлой серии немножко отвлеклись от этого дела. Так. Тормоза. Ну что значит, пришлось снизить показатели игры. Здравствуй. Если не возражаешь, я хочу просить тебя об услуге. Что тебе нужно? Дело вот в чем. Мы продали все, что просил торговец зельями Либерта и Джунгля Чайни. Я хочу просить тебя передать ему вырученные деньги. Хорошо, давай, передам. На прошлой серии я сдал один квест. Вот этому... Как его? Смотритель хранилища. Ха-ха, превосходно. Правда превосходно. Теперь благодаря тебе местные жители согреются в холода. Молодец. Ну, ты сомневался? Ты сомневался? Ай-яй-яй. Как не стоит, ну. Оп. Так, продаем. Это тоже продаем. Продаем. Все продаем. О, еще здесь. Опа, назад верни. Не заметил, что он с дыркой. Продавать вещи с дыркой — это оскорбление. Так, собственно. И давайте. 200 тысяч стоит. 3. Обалдеть, у нас деньги кончились. Собственно. А. У нас вам по здесь находится. Я думал, я ее в хранилище отправил. Так, давайте. Оп. Камень силы средний. 20 тысяч АЛЗ. Из камня силы средней. Я не впечатлен. Бывают и получше вещи. Ну что ж. Бывает получше, а бывает и не получше. Я не хочу никому в ПМ писать. Опа, зелье маны. Хотя зелье здоровья не знаю, зачем я беру. А мана пригодится. Да, это она. Та самая книга, которую я так искал. Теперь я смогу продолжить работу. Ну, это хорошо, если сможешь. Магазин. Так. Ё-моё. Какие тут вещи опасные продаются-то. А, учитель. Я забыл учителя найти. Да. Не хочу я никакому умнику писать в при... Вот. Ты молодец. Враги-то были не из легких, а не из хилых. Держать. Ну что ж. Да не, ну нормально, враги. Даже эта кошка обглоданная особой опасности не представляла. Так, куда мне надо? А мне нужно идти в пустыньку гнева. Давайте на запасную точку. Опа, что такое? Отлично. О, сейчас мы пойдем с вами. Я музыку пока отключу.
через оп, звук. Это меня всегда так поражало. Вот эти существа, которые там живут, похожи чем-то на, ну, по своей модельке, на сверхразум зергов из Старкрафта. И то, что они так поют, это меня всегда так поражало. Потому что это звук только здесь есть, вот на этом. Ну, в этом каньоне, наверное. Каньон это, конечно, не назовешь. В общем, меня этот звук всегда так поражал. Такое пение. Причем оно относится именно к фоновым звукам, так что это еще доказательство к моей версии, что это именно вот эти штуки поют. А не что-то другое. Так. Да, собственно, давайте. Музыку включим, наконец. Вот я не могу понять, зачем, что эти сверхразумы там делают и зачем они поют. Ну, конечно, сверхразумы это я так их называю. Все-таки, если бы у них были по центру не шипы, а глаз, это был бы вылитый сверхразум. Так. Теперь с ней все будет в порядке. Ей просто нужен хороший отдых. Думаю, потом она быстро пойдет на поправку. Если бы не ты, я уже не был бы в живых. Спасибо. Так. Альдебаран хочет нас видеть. Юни. О, уже все вернулись. Блин, а куда ты ее дел? Она, наверное, вот в той темной комнате, где спит. Не разговаривает. Пока мы исследовали руины посреди пустыни, по всему Невалету распространились язычники. Больше всего их на континенте Пастур, где они приносят немало проблем. Думаю, нам нужна твоя помощь. Что нужно делать в первую очередь? Для начала отложи недолго свое расследование и поговори с начальником порта Картером в Жунглях Отчаяния. Он общался с самыми разными людьми, поэтому, возможно, знает что-то и о язычниках. Хорошо. Картер так Картер. Опять ты. Преследуешь меня. Картер, иди сюда. Я ж тебя найду. А, это ты. Я думаю, что среди защитников вполне появился один особенно одаренный воин. Так речь о тебе. О, в иные времена я приветствовал бы тебя радостнее. Сейчас у меня тяжело на душе из-за этих язычников. Тебе доводилось с ними встречаться? Недавно в порту Джунгли Отчаяния сошли на берег подозрительные на вид люди. С белыми лицами, с стальными глазами, где-то в черной плаще. Как подозрительно они были, а поводов не пустить их у нас не нашлось. Сейчас мне кажется, что они были язычниками-проповедниками, распространяющими свою веру. Язычники-проповедники? Пойдя в Джунгли Отчаяния, язычники разошлись по всему континенту Пастур. Сын Коллинза поддался их чарам и тоже покинул родной дом. Бедный Коллинз с тех пор места себе не находит. Это я вот виноват. Ты ни в чем не виноват, не вини себя. Нет. Следи за ними повнимательно, ничего не случилось. Мне хочется как-то искупить свою вину, но я даже в лицо Коллинзу взглянуть не смею. И совсем немного, но может передашь от меня Коллинзу эту компенсацию? Давай. Конечно, странно думать, что деньги заменят пропавшего сына. Ну давай. Прости, я сейчас не торгую. Обратись в другое место. Картер передал тебе компенсацию. Компенсацию? Зря это он. Я же знаю, Картер не знал, что сын пошел за язычником. Что прок винить других, мне бы только сына вернуть. Только бы он вернулся домой. Вот и все. Очень жаль. Всего ли это кому-то, кто отличился, найдя причину мутации жулик? Не ты ли это? Ничего особенного. Надо было офицерку. Правда тогда? Извини за новость, не разрешили моего сына. Я думаю, такому мастеру это к плечу. Если найдешь моего сына, я дам тебе эти деньги, не только. Я дам все, что имею.
Я думаю, где начать поиски? А то, что язычники часто собираются в хижине посреди леса, мутантов. Я не знаю, так ли это, но попробуй искать там, прошу. Найди моего сына Бена, пожалуйста. Что ж, поищем. Кто-то... Ну, что-то нож сделал. Так. Отлично. Снова достигнут предел. Так, а мы же... Что мне нужно? А, мне нужно еще вот этот квест сделать. Оп. Привет. Я с пустыни в небо пришли вести. Айк из полевой группы просит тебя немедленно вернуться в лагерь следователь. Хорошо, вернусь. Но не сейчас, а потом. А, ты как раз вовремя. Говорят, сын Колин завернулся домой. Что? Нет. Этот квест еще рано брать. Это все очень странно, но... Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, вот этот хижин. Так, давайте сначала зайдем сюда. Вы обнаружили следы язычников. Войдите внутрь и найдите Бена, сына Коллинза. Бешеные язычники. Что вы, думаете, вы мне опасны, да? После того, как я со скелетами сражался. Вы мне опасны? Оп. Отлично. Бен. Бен, сын Коллинза, лежит на земле без сознания. Да. Так хорошенько его, походу, шарахнули. Что он просто бац. И лицом в землю. Так, с сыном Коллинза все в порядке. Да, у алхимика слухи пошли слишком быстро. Гораздо быстрее, даже чем был бы повод. Так. Уверен, тебе я снова увидел сына. Я даже не знал, что язычники так заманивают народ в свои сети. Он значит, не скоро вернется к нормальной жизни. Но я рад, что написано. Я не забуду твою доброту. Мы только что познакомились, и мне не охотя просить. В чем дело? Ты говоришь. Я думал, время его излечит, однако. Это бледное лицо и пустые глаза. Мне тяжело видеть его таким. Я не слышу, что это. Я что слышу. Говорят, из сердца гигантского паука можно сделать снадобие, который снимает чары язычников и возвращает людей к нормальной жизни. Это больше имеет сердце. Разумеется, почему нет? Так, теперь можно этот квест взять? А, ты как раз вовремя. Говорят, сын Колин завернулся домой. Бедный мальчик появился на речи язычников и примкнул к ним. Так, теперь он снова с нами. До возвращения сына на Коллинза было жалко смотреть. От былого усилия у меня осталось следа. Хочу угостить сына Коллинза супом из красных грибов, так сказать, в честь успешного возвращения. Эти грибы растут у входа в колонию. Не соберешь их для меня? Соберем. No problem. Ауч, споткнулся. Так, джунгли отчаяния, джунгли отчаяния. Ой. Ой-ой-ой. Так. Пасмурно. Уже опять будет дождь. Такую погоду я вспоминаю свои старые деньки в учебном центре стража. Эх, там было трудно, но очень здорово. Стражник Маркус в пустыне гнева тренировался там со мной. Мы крепко дружили. Помнится, мы записывали свои мысли и чувства друг от друга и прятали записку. В кустах или под камнем, чтобы другой потом мог ее найти. Да, романтическая история крепко устроена. Ты только не подумай, чего я предпочитаю женщин. Ты уже окажи мне услугу. Да? Вот, это длинное письмо я пишу каждый раз, когда начинаю грустить о прошлом. Сам я не могу бросить способ, поэтому прошу тебя, возьми это письмо и спрячь его где-нибудь в кустах. Кто знает, может, Маркус. Она наткнется на него, когда будет бродить по лесу, вспоминать о прошлом. Ну как, положено? Хорошо. Так. О, кстати, вот этому чайнику надо. Его... посылку отдать. Так. Да, что ты говоришь у тебя? Теперь передать деньги от продажи. Ой как, значит мои товары уже продали. Да,
А там слуги они ушли больше, я думал. Ну ладно. Тут и мне хватит. Фиг. И вон еще один квест стоит. Ты че? Ты больной? Хоп-хоп, только вперед назад. Мы нашли красный гриб, о котором говорила Надака. Ваше задание подтверждено, что бы это значило. Не похоже, что это игра тормозит. Ты направляешься в джунгли? Или так, не добудешь мне усы лесного пантерога? Матушка моя использует их для приготовления лекарственных настоев. Я же не могу бросить после идти на охоту. Я опасно в джунглях по ночам. Хорошо, не откажу в любезности. Хорошо. А, все-таки игру чуть-чуть накрыло.